Всем доброе время суток, представляю перед вами автомобиль, у нас Mitsubishi Pajero Sport, 2010 год, трехлитровый мотор, у автомобиля два владельца, ну и в принципе отличное техническое состояние, мотор, кстати, бензиновый. Так, ну теперь пойдемте в салон, посмотрим состояние салона и пробежимся по комплектации этого автомобиля. Здесь у нас с вами чистый ухоженный салон, сиденья в хорошем состоянии, карты дверей тоже красиво все выглядит. Так, спереди у нас с вами тоже приятненький салон, сиденье, карты дверей и панель, все выглядит очень хорошо. Итак, давайте пробежимся по комплектации. Как видите, у нас есть мультируль, подрулевые лепестки, все стеклоподъемники, регулировка зеркал, складывание зеркал, автоматическая коробка передач, управление полным приводом. Здесь у нас подогревы передних сидений, розетка 12 вольт, штатная магнитола. Здесь у нас с вами располагается климат-контроль. И вот еще вот такое окошечко есть с компасом. Ну, это информация по автомобилю. Информация компаса, то есть сколько градусов на улице и все такое остальное. Так, в комплекте ключи с автозапуском. Заведен автомобиль, ровно работает мотор, пробег я вижу на автомобиле 217 тысяч километров. Так что вот такой вот интересный перед вами автомобиль, машина у нас в наличии, приезжайте к нам на осмотр, вместе с вами заведем, прокатимся, если машина понравится, прямо же здесь можете ее приобрести по системе Трейдин в кредит, либо за наличный расчет. На этом спасибо вам за просмотр этого видео, хорошего вам настроения, всего доброго, до свидания.